Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, забираем с тобой наградушки. Так, собрать еду. Что там еще? Использовать, короче, моды, шмоды и тому подобное. Так, начнем со сбора финансов. Это в первую очередь. Так, еда, отлично. Здесь у нас что? Здесь у нас есть... Аланка. 15 очков доверий. Так, ну что, давай, наверное, еще и рекламный глянем. Ну, 10 долларов. Так, еда, монетки и база технического обслуживания. Получили. Плюс, опять же, очки доверий. Так, ну здесь можно смело закрывать. Здесь забираем, забираем. Так, принять участие в ПВПшке. Потратить 500 тысяч монет. Так, подожди секунду, давай-ка глянем, что у нас тут. Во-первых, по событиям. Белая мгла. Ух ты. Так, ребят, я иду на белую мглу без ограничений. Так, энтеладон, элосматерий. То есть нам с тобой нужно... Кто у нас против этих? Морозный, да? То есть вот этого и возьмем, наверное, вот этого. 200 тысяч. Ребят, я думаю, что мы здесь с тобой, ну, должны победить. Всего лишь один поединок. Всего лишь один поединок. Я думаю, что это круто. Но... Энтиладон. Так, я, наверное, его сразу буду гасить. Поехали. Не хрюкай. На. Отдуплился. Так, элосматерий. То он тоже, ребят, слабон для нас. Смотри, 72 атаки всего имеет. Растопчу и не поморщусь. Ой, боюсь. Ой, боюсь, 173 урона нанес. Так, раз, два. Поехали. На-ка. Ну и последний. Это архиатерий. Ну действительно, какой-то кабан. Я не понимаю, зачем ему вот эти вот здесь вот шипы такие вот. Клыки или бивни, я не пойму, по бокам. Для чего они ему даны? Но это уже не имеет значения. В любом случае, мой мамонт выиграл. Так. Значит, мы с тобой сейчас забираем. Или крутим рулетку, или забираем пак. Что там, я не знаю, выпадет нам. Ага, крутим рулетку. Колесо призов. Эх, хотелось бы мне там. Давай что-нибудь. Да ну, какой, блин, пирораптор. Ай, ребят, ну. Вот ты фиг от них дождешься чего-нибудь путевого. Тебе дадут всякое барахло, пирорапторов, там еще что-нибудь. Без ограничений. Так, тут только для редких. Тут у нас битва дрожь земли. Ух ты, монстры биокупола. Ничего себе, через 20 часов будет это доступно. Монеты. Могучие деньги, только для редких. А тут у нас махонькие ужасики. Давай поиграем с тобой в махонькие ужасики. Значит так, пирораптор 40 уровня у нас здесь, это хищник, против него у нас пойдет кто? Ну, я могу Нудазуха туда отправить, но мне кажется, Кулазуха будет за глаза. Так, а у них Ихтиостега. Против этого-то кого отправить? Наверное, Капразуха. А вот против Ихтиостеги мы возьмем с тобой Птеранодона. Именно так. Все, поехали. Я думаю, что первый поединочек будет за нами. А ты как думаешь? О, смотри-ка, неплохо. Начинаем с тобой очень даже добротно. На-ка. Схлопотал. 86 атаки, это не страшно, ребят. Так, он взял, значит, защиту, скорее всего, да? Ну что, я думаю, блин, я его уничтожить не уничтожу. А вдруг он не взял? Давай проверим. Все-таки взял, да? Ладно, 10 хп мы ему оставили. Что он там? Что он будет делать? Меняет все-таки, ребят, на Ихтиостегу. Значит, Птеранодон по нему будет плакать сейчас. Ух ты, 360, ничего себе, он сколько бомбит. Ну ты, парень, зря так. Ой, как ты зря. Зря ты выпендриваешься. Хм, а он жирный, ребята. Давай вот так я сделаю.
Будет менять, интересно, или нет? Не стал. Он не стал менять. Слушай, в наших интересах, наверное, прописать по полной программе ему. Поехали. Ушатали, да, получается? Да. Мы его уничтожаем. Так, и выходит у нас велоцираптор. Но ему достаточно две атаки мне нанести. Что он и делает. Так, 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 у него 153 к атаке. Блин, я даже не знаю, что делать-то. Раз-два, раз-два, вот так я сделаю. Ну, пробить не пробьет, наверное. Или пробьет. Оу, все сливает, прикинь. Вот это да, вот это он вжарил, ребята. Он все слил, да, по-моему? Все, значит, он остался без защиты. 800 надо мне урона нанести ему. Раз-два, раз. Вот так я сделаю. Готов. А у этого 86 к атаке. Блин, ребята, ёк-макарёк, у меня 21 хпшка, я... Ой, дурила, я что-то как-то на это не посмотрел. Я в шоке. Я, ребята, в шоке. Ну что же, я тут лопухнулся, но мы переигрываем, естественно, сейчас я буду мстить. Я очень злой, я разозлился. Очень разозлился, поэтому поехали. Жалко, конечно, что рептилий своих здесь потратил. Ну да ничего страшного. Так, велоцираптор, выходи. Хотя зачем мне велоцираптор здесь? Мне здесь нужен кто? Летающий? Давай, Эдиоморф... Не хотелось бы, конечно, его тратить, но ничего не поделаешь. Эдиоморфодон, и возьмем с тобой, наверное, Топижара. Как думаешь, брать Топижару мне? Или все-таки взять Хи? Давай, наверное, вот так вот сделаю ее. Ютирануса, ну его нафиг, не будем рисковать. А возьмем с тобой мощного, и все. Так, ну, здесь все понятно. В атаку сразу же. Он мне их тестегой подколол. Меняй, да? Вот опять, опять та же самая песня, ребят. Угу. Но на этот раз я немножечко по-другому буду делать. Во-первых, у нас тут очень много хп. Во-первых. Так, берем с тобой допочки. Ну и посмотрим, что он там будет делать. Меняет, меняет. Еще и атаку делает, да? Так, ну что, мы с тобой его можем, в принципе, спокойненько уничтожить. Да, уничтожить и взять. Вот так. Минус. Так, появляется ихтиостега. Ну что он будет делать? Атаковать. Он стал атаковать, ребят. Все слил. Соответственно, мы с тобой... Раз-два. Раз-два. Три. Ему крышка, ты понимаешь? И пирораптору, который сейчас выйдет, тоже будет кранты. Пускай даже не надеется здесь ни на что. Угу, конечно. Все. Пока. Сразу ему не понравилось, да? Вот так вот. Пускай знает наших. А то привык на халяву все время. Нет, ребята, никакой халявы, никакой пощады. Это была только первая битва. У нас еще три впереди. Так, он Найзавр, Димитродон и Димерфодон. Угу. Значит так, против этих мы берем любого хищника, любого. Например, даже с Финакодона можно взять. Против Димитродона я возьму, блин, если Диплотатора. Ну давай возьмем Диплотатора, черт с ним. И против Димерфодона мы возьмем с тобой Энеозавра. Все, поехали. Сейчас посмотрим, как у нас тут с тобой
выйдет этот поединок. Ну, я, честно говоря, думал, что будет немножко помощнее. Ну, ладно, влупим. Окей. Да, я знаю, ему не понравилось. Менять, я думаю, что он не будет. Хотя, может взять хищника. А, вот он как сделал. Ах ты, жук ты навозный. Ну, здесь тогда нам лучше взять вот этого. И под защиту его поставить. Меняет. Ага. А простоволосился ты, парень. Ну что, все в слив, ребята. Гудбай. Сейчас посмотрим, сколько этот будет наносить. 500, блин. Ушатает, скорее всего, да, мне. Да, ребят, ушатает мне деплотатора. Но зато... Блин, нет, мы не получится у нас, да, шатать его. Ну, хотя бы немножечко звездануть все равно получится. Так, попробуем. Воу! Нифига себе, попробуем. Вырубили его просто-напросто моментально. Так, а этот вырубает, естественно, меня, да? Угу. Ну и у нас остается такой поединок, да? Он все, по-моему, слил сейчас. Но нам надо его просто прижучить. И у нас это получается. На тебе, лапой. По твоей наглой физиономии. Прекрасно. Победа, ты сам все это видел. Это второй поединок мы с тобой выиграли. Еще один. Ой, еще один, еще два, ё-моё. Что это я? Еще два. Так, смотрим здесь. Карнораптор, крутозавр и спинораптор. Два хищника плюс... Да. Против этого-то мы с тобой возьмем. Идем Морфодон. А вот что мне делать против хищников? Ума пока не приложу. Но если я возьму Алангозавра, допустим. Блин, а как вот с этим-то? Они все гибриды здесь. Ты видишь, они все гибриды. Твою налево. Митриакантозавр. Нет, 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 нет. Тиранозавр. Ну пускай будет так, ребят. Ну, ну что я могу здесь сделать? Ничего. Такой мелкий, блин, против меня, нифига. Он же возьмет этого хлыща, 100% тебе говорю. Давай я так вот сделаю. Оу, я тупанул, ребята, я... Нет, он меняет. Тогда ладно. Тогда ладушки. Так, слушай, мы сможем его сейчас ушатать? По идее, сможем, да? Если мы с тобой сделаем две атаки. Да, ему кранты. Твич. Нормуль. Так, 335. Слушай, если он все сейчас сольет в атаку, то, конечно, победит меня. А он так и делает. И ведь не боится же, а? Ты посмотри, не боится. Раз, два. И бонус. Раз, два и бонус. Все, ребят. Чеши отсюда. Но тут ему придется в любом случае две атаки сливать, как ни крути. А тиранозавр жалеть не... Он вообще все сливает. Слушай, а у нас сколько? Блин. Четыре, да? Четыре. А, пять. Все, хватает, ребят. Goodbye, роднулечка. Goodbye. Круто. Вот так вот. Ну, еще один поединок у нас с тобой последний. Сейчас посмотрим, кто у нас там будет. Так, ДНК мы с тобой получили. Ну-ка, глянем. Гальмим, Прианозух и Скафагнат. Так, ну против этого однозначно хищника. А вот что мне с этим делать? Сколько стоит на откате? $125. Вы серьезно? Раз и два. Мне вот этого надо, наверное, все-таки вернуть, ребят. Вот что мне делать вот с этим? Каким хищником его разбирать? Митриакантозавром?
Хотя, что, ребята, у него 396 хп. Что я переживаю? Действительно, вот так вот мы с тобой сделаем. Птеранодона возьму вот так и вот так. Все, должны мы здесь с тобой, в принципе, выиграть. Тут, смотри, один удар сейчас я ему сделаю, он труп. Так, так. Ну, потом, конечно, нас тут вот этот чувачок щелкнет. Понятное дело. Но мы его потом атакуем, естественно, нашими летающими. И, поверь мне, сладко ему не будет. Он с одного удара сейчас вынесет. Но вот против летунов я хочу посмотреть, как он будет себя чувствовать. О, пси. Я могу даже тут, ребята, без угрызения совести. Да, вот так вот сделаю. Там пускай хоть обменивает, хоть переменивает. Его уже ничего не спасет. Тем более таким вот образом. Два. Наверняка он взял одну защиту. Значит, нам нужно сделать... Вот так, так и вот так. Ну, тем более, кранты. Прианозух отдуплился. Ну и скафагнат. В любом случае, атака у него меньше. Хотя, уничтожит меня, скорее всего. Да. Ну что, птеранодон, выходи. Добивай этого хлыща непутевого. Пять атаки. Ой, как ему сейчас будет хорошо-то. На-ка, получи. Думаешь, один такой умный. Вот и все. Вот она, победушка-то где была. Так, мы прошли с тобой. Нифига тут жрачки. И астафикозавр. Астафрикозавр. Кстати, это у нас, по-моему, второй такой, ребята. Ух. Скоро-скоро у нас появится возможность. Так, что такое? Лига детенышей. Че это вы мне сразу сюда бросаете? Скоро у нас появится возможность. А где он у нас? Я вот помню, что... Вот это что ли? Вот он, да, друзья? Один у нас есть, то есть нам нужно просто-напросто второго вывести, и все. И мы сможем его улучшить. Так, здесь у нас с тобой слоник. Плюс собака Динго. Так, ну-ка. Сделаем так. В плане войти. Эволюция произошла. Но. Ага. Так, это у нас кто? Тропиогнат, по-моему, если не ошибаюсь. Тропиогнат, точно. Все, он прокачался по полной программе. До 40 уровня. А это с кем он тут скрещивается? Кто это? Так, погоди-ка. Да какой продать, блин, гибрид. Ага. И получится у нас тропиогоптер. Тропиогоптер. Высший уровень, 20-й. Высший уровень. А почему, ребята, у него высший... А! Что-то я не могу понять. Высший уровень, 20-й. Тут выше уровень 40-й. Ну, короче, мне нужен ЧС, чтобы его эволюционировать, да? Я их понял. Так, здесь у нас еще Диего Амфицион. Ну, его мы помещаем сюда. Амфиционов у нас тоже тут дофигище. Окей, так, можно, в принципе, ну, я не буду их сейчас скрещивать. Сейчас мы с тобой посмотрим, кто у нас тут есть. Так, подожди, а там занято, что ли, я не могу понять? Меня не пускают. Ну-ка, подожди секундочку, где? Посмотреть результат. А, ну-ну-ну, я понял. Но можно дальше-то активировать? Продолжить. Ну, вот здесь-то я могу уже выводить. Да, блин. Вот здесь-то у меня свободно же. Это Аланка, это не то. Где же у меня Джесс этот? Летунчики-то должны быть где-то здесь у меня. Это Джунгариптер. Ты кто? Да,
Блин, ты... Джунгариптер, это кто? Это топижара, насколько я помню. Это кто у нас? Рамфорник. Ты что ли? Нет, это птеродактиль. Птеродактиль. Ойнозавр. Слушай, я не могу найти, прикинь, своего этого. Это птернодон. Эдиоморфодон. Вот он. Вот он, друзья мои. Ну что, давай, наверное, сделаем эволюцию. Сколько там? Час? Пускай, скрещ. Будем, ребята, делать тропиогоптеры вместо тропиогната. Будем скрещивать. Так, а мы с тобой идем дальше на события. И здесь у нас могучие деньги. Только для редких. Клазух. Против клазуха мы с тобой возьмем тупижарочку. И против диплодока мы возьмем... Против... Ну, можно взять... Ну, вот, можно... Блин. Перераптор не хотелось бы тратить. Давай, наверное, гигантозавра. Я думаю, получится у нас все. Не хотелось бы, конечно, диплодока получить звездюлей, если честно. Сейчас посмотрим, сколько у него там по атаке получается. Он же будет менять его 100%. Угу, 116, терпимо. А мы с тобой поменяем. Блин, как он мало бомбит. Тогда не будем менять. Так, и вот так сделаем. По идее, должны выдержать удар. Да, выдержали. 67 к атаке. У него там 1 очко 10, да, осталось? Блин, хорошо. Хорошо уговорил. Попробуем. Угу, я так и думал, что он возьмет защиту. Даже если он сейчас поменяет, он потеряет 1 очку действия, да? 152. Блин, ушатает, ребята. Прикинь, ушатает мне гигантозавра. Мы, конечно, клазух сейчас тоже щелкнем. И возьму я 2 защиты, наверное. Так, так, так и вот так. Поехали. Вот теперь надо как-то нам диплодока перехитрить. 2 защиты у меня есть. Он пробить меня. Блин, пробьет, да? Все, друзья, победушка. Я думал, что он пробьет меня. Нет, не вышло ни шиша. Круто. Это круто, на самом деле. Ну что, с победой нас. Мы двигаемся дальше. Там нужно еще 2 поединка, да, сыграть? Ну да, 2 поединка. Тут гигантозавр. Слушай, мне надо, знаешь, кого взять? Сколько ты стоишь? 36. А ты? 27. Тебя тогда заберу. А против Кулазуха я возьму... Джунгариптора, что ли, взять? Блин, я даже не знаю, ребята. А Джунгариптор, мне кажется... Вот как тут лучше сделать? Давай, наверное, сделаем вот так. Все-таки раз, два... Все, поехали. О-хо-хо-хо-хо. Ну что, будем атаковать, наверное, да? Поехали. На-ка. Смотрим, будет брать он кулазуха или нет. Вот это он зря, конечно, сделал. А может быть, не зря. Так, если у меня там очков... Давай я так, я рискну, ребят, я рискну. 3. Если он сейчас все в атаку сольет, будет плохо для меня. Странно. Тогда, наверное, солью все я. Ха-ха, крышка ему.
Ну и что ты сделаешь гигантозавр? Сколько у тебя атаки там, помню? 41. Тебя умоляю. Мне кажется, он не сможет меня пробить. Даже если он все сольет. Не-не-не-не-не, не получится. А мы его добиваем. Вот так вот. Превосходно просто. Ну что же, нам еще один поединок с тобой нужно в любом случае отыграть. Единственное, хватит ли у меня динозавров. Так, Насута Цератопс плюс Нудозух. Против Насута Цератопса то можно взять, например, Диплодок. А вот против Нудозуха кого мне брать? Топижару? Ну да, в принципе, Топижару можно взять. Че я переживаю? Подожди, а нафиг мне Диплодок-то? Мне здесь нужен хищник. Хищник. Че, рискнем, друзья? Ох, отлично, отлично, ребята. Так, сразу, наверное, влупляем. Он, естественно, будет брать Нудозуха, скорее всего. Скорее всего, будет брать его. Так, меняет. Атаковать будет? Будет, прикинь. Не поленился же. Ну-ка, сколько у нас? 200... О, все, шикарненько, ребята. Полетели. Сейчас он, наверное, обратно поменяет, да, я так понимаю. Главное, чтобы у меня Топижара выдержал. А он выдержит. Удар на Насута Цератопса он выдержит. А то, что он выдержит, так он еще и уничтожит. Ой-ой-ой-ой-ой. Че я тормознул-то? Ё-моё, ребята. Вот это я лопухнулся сейчас. Прикинь, он даже ничего не стал делать. Он ничего не стал делать. Замена. Раз, два, три. Бонус. Замечательно. Так, 143. Ему достаточно сделать одну атаку. Блин, у него очень много бонусных очков, ребят. Он тратит 2. 4 у него остается, а у нас 5. То есть... Какие, если он сейчас возьмет 4 атаки? Я рискую, ребят. Ты серьезно? Он вообще даже не прикрылся, прикинь. Я не знаю, на что рассчитывал. Рассчитывал то, что я простою в блоке, что ли? Ну это глупо. Мне все равно терять нечего было. Так, ну что, уровень пройден, и мы с тобой забираем монеты. Сколько? Ну, неплохо, по 80 тысяч, я считаю, это хорошо, ребят. Плюс очки доверия, 130. Итого у нас почти 7 тысяч с тобой. Так, забираем здесь награду. Скоро будет 46 уровень. Еще год поиграем и 46 уровень получим. Так, собрать моды, давай быстренько прошуршим с тобой по модам. Тратим ДНК, да? Окей, погнали. Так, Чарли, что ты мне подкинешь? Будь добр, что-нибудь хорошенькое. Что-нибудь такое свеженькое, забористое, ну. Превосходство. Так, увеличивает бонус к показателю атаки за преимущество класса. О-о-о. То есть, ты понимаешь, да, если травоядный будет выступать против летающих, то у него с 50% до 150 поднимается. Вот так вот. И будь добр, давай-ка еще разок. Давай-давай, не жмись. Супер редкий муды, что ты нам тут подкинешь? Дает одно действие. Так, заказ. Да, это вот, вот это вот фигня. Ну, как по мне, ребят. Не знаю, может быть, на самом деле это хороший мод. Но мне кажется, беспонтовый. Так, принять ПВП-шку и использовать в кайнозойске. Три разных. В кайнозойскую пойду сейчас быстренько пробегусь. Так, события. Подожди-ка. Дрожь земли у нас же еще открылась. Можно поиграть. ПВП, кайнозойская эра. Так, эти у нас в откатах. Блин. Тут особо сильно-то не разгуляешься, если честно. Ну, нам всего лишь один поединок нужно, да, сыграть тремя разными животными. Ну вот, в принципе, у меня один поединок, а там неважно уже, выиграем мы, проиграем, главное. Тут уже понятное дело, что мы проиграем, потому что, ну, ты посмотри, что там против меня, каких бизонов выставляет.
Да-да, друзья мои. Вот таких вот бизонов против меня выставляет. Давай бонус возьмем. Начнем с бонусов. Атакует, нет? Две атаки. Блин, ты посмотри, а. И не побоялся же, гаденыш. Понимаешь, не побоялся. Раз, два. Раз, два. И бонус. Ух, тут вообще 518, прикинь, заряжаем. Что мне делать? Атакует. Интересно, как у меня будет вот этот бомбить? Очень плохо, ребята, будет. Очень плохо будет бомбить. Трындец, походу, сфейлился. Да, походу, сфейлился. Не знаю, мне здесь уже ничего не поможет. Три атаки, если сейчас проведет, то все. Да все равно, в любом случае, ребят, никак не получится. Все, конечно, солью, но вряд ли. О! Это что-то с чем-то. Но опять же, здесь преимущество, ребята, у него. 6 бонусных очков, сколько ему нужно по мне влепить? Ну дофига слить надо. 84 плюс 84, 3, да? Да, 3 атаки ему хватит. Плюс 3 у него остается в запасе, верно? Ну, а мне тут... Раз... Два, раз, два. Попробуем его одолеть, друзья. 5. Я думаю, мы выдержим, да? 28 так атаки выдержим же. Да, ему кранты, ребят. Он раскрылся и, соответственно, получает сладких звездюлей. На! Все, друзья. Победа! А я думал, сфейлимся. Нет. На удивление, у нас все прошло хорошо. Ну что там опять кот этот? Что нам тут? Я думал, 60 очков доверия, но не тут-то было. Ну-ка, что мы еще сможем с тобой заработать на рулетке? Опять, блин, опять монеты. Я думал, что очки доверия, но нет. Закрываем код. Давай сыграем фитнес. Кто это у нас? Алан? Ой-ой-ой, это не Аланка. Это, по-моему, Птеранодон у нас. Да в плане, блин. А что? Я не понимаю, это сосредоточиться говорит. Умудрился. Так, если мы одно с тобой еще правильно пройдем, то все будет хорошо. Фу. Все, мы с тобой поймали его обратно. Отлично. Здорово. Идеальная поимка. Ты-ты-ды-дынс. И все с тобой здесь забираем. Так, открыть. Еда, еда. 35 долларов и опять еда. То есть едой нас с тобой тут не обделяет уж никак. И даже здесь что-то можем забрать. Хоп. И хоп. Так, давай-ка мы теперь посмотрим, что у нас тут в дрожь земли. Детеныши. Так, выживший охотник, хищник. И последний у нас идет доминатор. Давай поиграем. Ну, на начальных этапах, конечно, можно себе позволить, потому что здесь будут не очень сильные противники. Так что, думаю, у нас получится. Погнали. Посмотрим, кто нам выпадет здесь.
Ага, Иритатор, Кулазух и Тангозябр. Ну, я думаю, что здесь надо брать вот этого парнишку нам. И что он будет делать? Меняет на Кулазуха. Твой Кулазух в любом случае проиграет. Как ни крути. Опа! Вот тогда, ребят. Вот тогда. Ваш ход. Конечно, мой ход. Раз-два. Раз-два. Все, да прикрывался. Ну давай, Иритатор, выходи. Займемся, как говорится, тобой теперь. Четыре атаки. Но если все сольет, возможно, победит. Возможно, ребят. Но он ничего не стал делать, поэтому... Раз, два, три, четыре, пять. И бонус. Готов, парень. И у нас выходит тот Зенгозавр. Со своими 18 атаками. Но если все сольешь, победишь одного пастазуха. Так уж и быть, позволю тебе это сделать. Давай. Но я жду, жду. Да-да-да, там пастазуха ушатал. Так, ну а теперь у нас Тропиогнат. Нам всего лишь нужно отнять у него 59 хп. Уж как-нибудь отнимем, да? Замечательно. Ну, еще раз повторяю, ребят, на первых поединках это все делается довольно легко. Дальше, конечно же, все будет намного-намного сложнее. Да дальше у нас и не получится поиграть, потому что не хватает динозавров. Да, даже с детенышей не вылез. Что это я так хиленько-то, а? Нет, вот нет, чтобы деньги или чем-то еще дают. Вот трихомудию какую-то. Так, давай-ка мы еще подеремся. На этот раз я возьму... Подожди. На этот раз я возьму... Гуанлунь, Анкилозавра и Капразуха. Хочу глянуть вот такую команду. Сможет ли она справиться против врага? Что там у врагов будет? Сейчас глянем. Показывайте. Так, Сарка... Ох, ё, ну ты посмотри, у него там, ё, легенды, ребята, все-таки. Вот что ты прикажешь мне здесь сделать? Только менять, верно? Верно. Поэтому меняем. Ну, против легенды, конечно, тут не поспоришь. Он сейчас одним этим может меня ушатать. Если поменяет. Но он не стал менять. Ну, что это за атака 57, ребят? Давай я атаку сделаю. Что, будет прописывать мне или не будет? Странно. Прописывать не стал. Ну что, все сливаем тогда, получается, да? Окей, подбили мы его, кстати. Сейчас вот он возьмет этого. 4 бонуса. Блин, травоядник здесь вообще как-то не вписывается, если честно. Ну как бы вписывает, но только после. Против летающего. Ушатает. Ушатает. Тут Гуанлуня надо брать. Ну никак не этого. Ту-ту-ту-ту. А это бред, ребята, я делаю. Это я делаю конкретный бред. Ну ему надо что, две атаки все провести? А он все сливает, ребят. Ну он уже уверен. Я знаю, что он уверен в победе. Что мы сделаем? Да ничего мы ему здесь не сделаем. Даже если я все солью, ребят, я его победить не смогу. К сожалению. Ну что такое? Ты посмотри. Тыч, а нет, победил. Ну тогда вот с этим будем елоскаться. Вылетел тоже мне. 54 к атаке. Ну, ему, ребят, что надо? 4 атаки вот эти вот как раз ударить по мне и все. И он так и делает.
Ну, сфейлился я. Что? Что я могу сделать? Сфейлились. А у меня другого варианта все равно не было, ребят. Так что... Естественно, я попробую сейчас отомстить. Ну и отомстить, конечно, ему не получится. Именно ему. Ну, кому-то другому. Например, Чез возьмем. Я возьму также Астафиакозавра и Пастазуха. Давай посмотрим вот так вот. Что у нас получится. Ну, давай ищи. Вот, смотри. Блин, плохо. Первый противник совсем не угадался мне. Совсем, ребят, не угадался. Поэтому придется менять. Вот так вот. Каритозавр тоже здесь ничего не сделает мне. Ему придется поменять. А поменять-то он на кого? Вот на этого. Так и есть. Ну, мы его сейчас уши... Погоди. Сделай вот так. А могли бы ушатать его. Тоже знал, да? Ну, что ты там пищишь, песку? Интересно. Раз, два, три. И вот так. Посмотрим. Пока, родной. Велоцираптор мод 2. 58 к атаке. Ему где-то атаки 4 надо потратить, чтобы пробить. Да ладно. Да ладно, парень. Ты вообще ничего не стал делать. Что это так жидковато? Готов. Ну и каритозавр. Ну что он здесь делает? Не знаю, ребят. Один он здесь ничего не сделает. И лозит. И сливается, причем по полной программе. Ну что, все в атаку, ребята? Опа. Вот так ты сделал, да? Ну-ка, посмотрим. Ну все, друзья. Каритозавр его, естественно. Ой, каритозавр. Наш астафрикозавр его сейчас просто сожрет. На изи. Вот так вот. Хорошо. Отыграли, да? Победушку. Ну вот, мы пришли с тобой в добыча. Лига добычи. И выпадает нам. Да ё-моё. Выпадает нам 9000 монет. Так, ну здесь уже будет посерьезнее битва. Так, я титана возьму. Так вот. И велоцирап. Подожди, наверное, вот так вот все-таки надо сделать. Блин, анкилозавра, я думаю, не стоит брать, да? Вот так вот. Два летающих и один хищник. Сейчас смотреть будем, что нам в противовес влепят. Так, слушай, ну тут вообще легче легкого, ребят. Я думал, что будет сложнее противник. Но почему-то нет. Тут понятно, один удар и все, и он готов. Так, дальше. Пахицефалозавр. Две атаки сделает, нет? Ну? Вообще ничего не стал делать. Удивительно. Ну что, проверим? На прочность. Да. Никакой абсолютно прочности не было. Ну и стегоцефал. Ну вы сами понимаете, что сейчас с ним будет. С этим стегоцефалом. Ну сейчас он даже если все сольет. А он почему-то не стал все сливать.
мы берем с собой Эры Титана. Ну и попробуем так сделать. Все, кранты. Как-то даже очень легко, ребят, вышло все. Не ожидал. Как он там играл, что он хотел сделать? Ни в защиту, никуда не вливался. Странно. Так, какой там у нас 30-я позиция? Лига добычи. Теперь еда. Окей. Ну что, у меня еще, наверное, на один поединочек хватит, да? Динозавров. Правда, у меня одни травоядники. Прикинь? Одни... Да вы серьезно, что ли? Одни травоядники остались. Ну ладно, попробуем хотя бы травоядниками. Да, такой, конечно, команды я еще ни разу себе не делал. Ну-ка посмотрим, кто против нас. Прикинь, у него ни одного хищника нету. Значит, мы здесь победим. Если у тебя нет ни одного хищника, значит, мы здесь победим. Влупим, наверное, да? На, для начала тебе. Так-с, смотрим. Меняет. Аморгозавр. А я, наверное, сделаю... Подожди-ка. А я сделаю вот так вот. И бонус. Смотрим, что он здесь будет делать. Окей. Я еще накапливаю. А по-моему, парень спекся, ребята. Или мне так кажется? Ну что, он ничего вообще, что ли, делать не будет? Тебя умоляю. Значит так. Все слить, что ли? Все сливаем? С копейками, да? Поехали. Но тут ему крышка, естественно. Бумс. Допустим. 6 бонусных очков. Ему нужно прописать мне 3 как минимум. 3 атаки. 3 оставить себе. 3 оставить себе, но не забывай, что у него всего 97 хп остается. Войнозавр его ушатает. О, да он вообще все сливает. Он все слил, ребята. Это просто подарок судьбы. Ну, ты посмотри, что я сейчас с ним сделаю. Во-первых, я делаю атаку. Да, делаю атаку и остальное все забираю. Все. Ну, он догозавр. Ну что он сделает? Да ничего он не сделает здесь. Мы его ушатаем. Эрликозавр его просто порвет. Ну все тогда. Прощай. Не захотел ничего делать? На. Еще так посмотрел, типа. Нормально? Нормально. Хоп-хоп, действительно, как кенгуру какой-то. Все, друзья, победили. Больше у меня, к сожалению, не осталось динозавров. Я вышел на выживших. 98-я позиция. Ну-ка. Ну, хоть бы раз что-нибудь путевое дали. Хоть бы раз. Нет, ничегошеньки. К сожалению, ничегошеньки не дали мне. Так, забираем здесь. Так. И вот так. Сколько мне еще нужно 40-х? Ё-моё, еще 4 динозавра. Ты успокоишься там или нет, а? Жужжит. Так, а я чё? Я чё, выводить никого не поставил? Сфига ли это? Не понял юморка. Так, во-первых, надо деньги собрать. За них не видно, кто у нас готов, кто не готов.
Пеликанимим. Ну, я думаю, его, наверное, не стоит. Травоядников я не особо жалую. Так, нам нужен этот. Джесс, да? Джесс. Так, подожди, а у него стоит. У него стоит. Ну, я имею в виду, стоит эта эволюция. Велоцираптора, может быть? Или что? Гац. Можно, в принципе, и гаца, да, сделать. Начать эволюцию. Что? Почему все мои инкубаторы заняты? Там же один свободен. Почему не... Я же эволюцию хочу взять, а не на прокачку. Стоп, подожди. Что-то я, по-моему, путаю. Да, здесь у меня вот. Здесь свободно, ё-моё, чё это туплю-то? Короче, давай-ка мы посмотрим, кто у нас тут выпал недавно. Вот. Пускай. Будем выводить его. Ну что, друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!